Педагог из Сыктывкара перевела премию «Признание» на нужды СВО. Учитель русского языка и литературы Эжвинской школы номер 22 Марина Высокоумова стала лауреатом премии, утвержденной в честь года педагога и наставника в России. 23 тысячи рублей. Такую сумму перевела Марина Сергеевна в фонд «Добрая республика». Так она выразила свою гражданскую позицию. Кроме этого, учитель поблагодарила своих коллег, которые сегодня находятся на передовой.